Гиля, твой комментарий по игре. Как удалось наконец победить? Да, наконец мы первая победа. Сложно было, как все видели. Здесь, как всегда, очень трудная игра. Краснодар, который есть хорошая команда, но хорошо, что наша команда сегодня, как могу сказать, сегодня устроит хорошо. Когда направо говорит, Семи так очень сложно, потому что он только два дня с ним. Но мы как уже работаем с Олегом и Армаиш, ничего не изменилось пока, потому что еще рано. Но все равно мы хорошо устроили команду для этой игры. Ничего не изменилось почти, Семин всего два дня, тем не менее, случилась наконец победа. Может быть, дело в психологии, характере, какие-то слова Семин нашел? Вот это да, вот это конечно да, потому что Семин такой человек, который опытный в футбол, и он все очень быстро видит, как мы по поводу психологически. И сегодня он сегодня, вчера, как мы разговаривали, собрали, он постарался там дать у нас мотивацию, и я думаю, что это очень помогает у нас. Лично ты рад возвращению Семина? Потому что для тебя это человек, который 7 лет назад, по сути, начал твою карьеру здесь, в Локомотиве. Да, конечно. Я думаю, не только я, но я думаю, что все болельщики тоже. Потому что Семин такой фигура, как легенда в нашей команде. И поэтому я очень рад, что он вернулся к нам.